Следственный отдел начал проверку по факту гибели 19-летней девушки. Ее тело было обнаружено накануне в одной из квартир по улице Киевской. В настоящее время следственным отделом по городу Ноябрьск по факту гибели девушки проводится доследственная проверка, в ходе которой назначен ряд экспертиз и исследований, проводятся оперативно-розыскные и проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств. Отрабатывается сразу несколько версий, как-то самоубийство и ее смерть от каких-то физиологических особенностей организма. Какая из версий подтвердится, следствие сейчас выясняет. А я добавлю, что на странице погибшей девушки в одной из социальных сетей еще за день до трагедии стали появляться недвусмысленные высказывания. К примеру, в субботу она выложила подборку музыки, озаглавленную фразой «Все, теперь можно умирать». На следующий день вечером здесь же девушка написала «Мам, пап, я люблю вас». А уже через 2 часа после того, как появилась такая запись, друзья стали писать о случившейся трагедии.